Здравствуйте, уважаемые аудиолюбители! Интересное действие на нас оказывает время и обилие музыкальной аппаратуры. Вот раньше мы, меломаны, слушали музыку, а сейчас чаще выслушиваем аппаратуру. И вот такая возможность вот послушать различные комплекты, посравнивать. Представилась на недавнем Hi-Fi High-End шоу в отеле «Московская горка» в городе Екатеринбург. Я знаю, что некоторые из вас были на этом шоу. Был и я там. Хочу немножко поделиться своими впечатлениями. Ну, во-первых, главное впечатление. Шоу состоялось. Шоу удалось. Шло много людей, которые с интересом смотрели, слушали. Было и кого послушать. Присутствовал профессор Йон Ван Ден Хул, глава одноименной голландской компании, которая выпускает кабели, головки звукоснимателей. Вот человеку 80 лет. Настолько интересный, увлеченный человек. Вот он просто как генератор творческих идей. Остроумный. Такую интереснейшую лекцию провел. Ну, увлеченный человек. Вот вы знаете, мне бы 80 лет быть настолько увлеченным. Неважно чем. А здесь вот, представляете, вот ведь тема кабельная, она далеко не всем интересна, и тем не менее, вот наверняка вот среди тех, кто присутствовал на лекции, были и такие, кому эта тема неинтересна. Но они все равно с удовольствием, вот они стремились попасть на эту лекцию, они слушали интересного человека. Яблоко в зале буквально упасть было негде. Я сам там с трудом там протиснулся, стоял там возле двери. Личные впечатления, вот именно вот личного плана, получил много теплых таких позитивных моментов. Ну, во-первых, я увидел своего зрителя. Понимаете, я увидел своего зрителя. Это дорогого стоит, когда к тебе подходят, жмут руку, благодарят, задают вопросы, просят сфотографироваться совместно. Это дорогого стоит. Это очень ценные, приятные моменты. Спасибо вам огромное за это. Ну а звук, ну а что звук? Вот выскажу свое субъективное мнение. Аппаратура-то стояла в каждом номере гостиницы. Хорошая, со вкусом подобранные компоненты. То есть организаторы постарались в выставке. Аппаратура стояла хорошая. Ну а звук, что звук? Вот это вечная борьба, вечное противоречие. Помещение с не очень хорошей акустикой, с аппаратурой, которая обладает хорошим потенциалом, хорошим звучанием. И вот здесь вот это противоречие, оно, ну, чувствовалось весьма. Ну, то есть, посудите сами. Вот гостиничный номер, он же не создан быть храмом музыки. Вот этот повышенный фоновый шум. Ну, то есть, люди ходят по коридору, шарканье ногами, люди переходят из комнаты в комнату, двери закрываются, открываются, люди делятся впечатлениями. Повышенный уровень фонового шума, который, конечно же, маскировал тонкие, но очень важные музыкальные детали. Опять же, стены вот этих гостиничных номеров, стандартные гостиничных номеров, гипсокартонные стены. Вот это вот негласное правило меломана, даже не правило, а такая негласная привычка, что ли, слушать условно на 9 часах и слышать все, и получать удовольствие. Вот в данной обстановке оно не срабатывало. Хотелось сделать погромче, делаешь погромче, возникают все резонансы, вот эти вот недостатки гипсокартонных стен и все прочее. Появляется гул, резонанс, окрасы. Причем вот этот окрас вот, на низких частотах, особенно вот в виде гула, он, подгуживание вот это, он был одинаковый, буквально вот в каждой комнате прослушивания. Чуть ли не в каждой комнате прослушивания. Вот аппаратура везде разная, колонки разные, а окрас везде одинаковый. Ну, вот свойство вот стандартных вот этих номеров гостиничных было. Тем не менее, даже несмотря на то, что вот в этих условиях аппаратура раскрылась, ну может быть, процентов на 60, но это опять же мое субъективное мнение. Даже при этих условиях, тем не менее, многое звучало очень многообещающе, хорошо, а временами просто хорошо. Я, например, получил истинное удовольствие, прослушивая
акустику Магнат Транспульс. Как раз вот слушал с удовольствием альбом «Басню» группы Pink Floyd Animals. Готов был этот альбом слушать от начала до конца. Схватил нерв этого альбома. Вот это вот время вот записи вот как-то вот оно. Услышал вот тот вот звук 70-х, 60-х годов. Сделал для себя вывод, что акустика Транспульс Магнат, она хороша действительно для классических рок-альбомов 70-х, 60-х годов. Это вот именно тот звук. Понравились кефы. Как звучит акустика кеф. Ну я-то знаю, как кефы звучат, как они должны звучать, кефы по-настоящему. Сам дома слушаю недорогие полости Q 300, о чем не раз вам говорил. Получаю истинное удовольствие. А здесь гораздо более дорогие кефы. Полостники R3, напольники R7, R11. Ну то есть, если вот их вот раскрыть вот на 100%, это будет такой кайф. Вот. Ну то есть, большую часть времени я провел именно в комнате прослушивания акустики KEF с электроникой, с усилителями скандинавскими праймерами, или примар, как правильно сказать. Вот, знаете, кефы понравились, но особенно удовольствие я получил уже потом, когда шоу закончилось, когда люди разошлись, в коридорах воцарилась тишина. Вот тут я сделал на 9 часах уровень громкости, достал специально припасенный для этого случая любимый мною диск Рона Картера «Джаз». Рекомендую, кстати говоря, всем любителям джаза. Рон Картер, альбом «Пикало». Достал этот альбом, поставил, и вот тут просто вот получил настоящее удовольствие от музыки. Аппаратура как бы растворилась, ну, кефы на это способны. Вот остался только я и музыка. С удовольствием прослушал весь альбом, как-то расслабился, сил набрался. А силы мне на следующий день очень даже понадобились. Ну, то есть пришлось все это великолепие паковать, таскать, грузить. Ну, как говорится, любишь музыку внимать, люби и колоночки таскать. В любом случае, хотелось бы пожелать, чтобы вот это вот подобного рода шоу стали традицией у нас на Урале. Спасибо организаторам шоу, администрации гостиницы, участникам, гостям шоу. Спасибо за внимание. До встречи. До свидания.